Скучное ему, видимо. Да нет, нет. Хотя может он микрофон. Хотя может он говорил, а микрофон не работает. Может быть. На порт. Маленько в сторону попрыгнем. Это эксперка. Опа, опа, опа. Да, это хорошо. Кто-то есть? Угу. Двадцать четыре, 80. Ну, не должен быть такой слабоужин. Надо менять класс. Так, что у нас тут есть? О, надо 86 найти патронов. Бота. Надо найти этого бота. Цитус. Кто-то разведку принял. Так, БРП, КМ, 9, да, 9. Блин, меня сейчас убьют. Кто тебя убьет там? Бот? Нет, это не бот. А, не, реально есть вон люди все-таки. А где они были? Я вообще в килл-чат смотрю их. Их двое. Их двое. Не, там турец. Там турец не ей. Ладно, идем. Так, что, кому прыгаем, кому прыгаем? Так, ну, к тебе. Вот у тебя, если ты пойдешь сейчас по дороге, то ты их встретишь, Артем, это я тебе говорю. Вот ты, короче, знаешь, где они? Они, короче, где-то вот здесь. Вот тут я тебе отметил. Ну, я иду потихонечку. Медленно мешаю, да, медленно. Ничего. Зажечь и выстрелить. Да ёб твою, так что такое-то? Да они все еще там, прикинь, они все крысят втроем. Вот где я умер, они там сидят все на этих, на картах. Вот, короче, смотри, вот в этом здании, вот, я тебе отметил. Да, я уже понял, я уже вижу одного. На тебе, я одного убил уже в этом крысе. Я одного тоже убил. Не, бот, не надо. Я помогу, помогу. То есть, что, я подниму. А, все? Там больше никого нет?
Мне нужны патроны. Какие тяжелые? Да все, я взял. Там он, ну, здесь очень много ловушек, кстати. Ну, вообще так вот они плохо стреляют. Они чисто вывозят только эти толпой. Ну, вроде я видел такие некие в КБ. Они... О, я вижу снайпера. Да. Он прям, я не знаю, он прям говорит, ну, я снайпер. Вон он. Четвертый это. А, Руслан. Он прям стоит, смотрит. Я же говорю, не. А, он упал уже. Внизу. Не, я говорю, они. Они один на один, они вообще ничто. Вон он, вон он, вон он. Он даже турельку поставил, Руслан. Меня взломали. Хотел вывести за счет зоны. А, быстрее, быстрее, зоны сильные, сильные. Он меня стреляет, вот здесь. Мы далеко от тебя, в 200 метрах. Мы идем. Меня взламывают, меня, меня окружили. Плохо. Мне надо взять этот ебаный ящик. А, он на крыше. Сейчас идем, идем. Руслан, идем здесь. Руслан, забирайся наверх. Идем, 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 идем. Сейчас у меня МГ-42 есть уже. Я его возьму. О, нифига, крысёныш. Охренеть. Как он меня вообще не убил из-за этого укрытия? Опа, 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 там еще бегут. У меня вот здесь. Блять. Блин, как меня раздражает вот это вот, когда на весь экран появляется. Я. Блин, он тут у меня на крыше, сука. Че лутается? Мы побежали. Там кто-то спрыгнул на этот. Это я спрыгнул. Попробую их взломать. Взламываю двоих, двоих гоуста и какого-то этого хищника. Сука, как ты меня раздражаешь. Умри. Расправу тебе даже сделаю. Ермасина какая-то. Блин, сейчас меня убьют так. Крыса, я говорю, смотри. Это... Да не крыса, там вообще. Руслан, вон, смотри. Жесть. Да вот, вот, да, да вот. Я не могу, стой, я внизу. Да вот, да нет, я Руслану говорю, вот он. Крысёный же, блин. Блин, я уже двоих положил их. Я не знаю, я тебе может расправу сделать. Я и тебе расправу сделаю, я не знаю. Ну реально уже достали. Кто-то сдох, что ли? Ну я уже расправу второму сделал, мне это уже раздражает. Прыгаю, ты прыгаешь. Потанцевать? Оп. Танцуем. Я даже не знаю, как это озвучить. А, да, внизу будет. Ну давай, пулемет этот возьмем. Они внизу, да, готовьтесь. Крыса. Марак. Ну, каленый был. Ну все, играйте. Я не вылечу. Да, все, я не вылечу. Какие они выиграют еще? Не, не, не выиграют. Ну пошли. Наверх.
Делаем ставки, кто их убьет. Ну, я думаю, Руслан, пока он тут впереди всех. Да, вот тоже думаю. Только я не вижу никого. Только... Блин, надо залутать. Блади почти меня догнал. У меня вообще нету никаких этих перков. Вообще. Около зеленого должны быть они. Но он не залутан. А, так ты взломай, взломай, Руслан. Ага, внизу. Или он взломал их? А, вон внизу, внизу. Один. Он спалился. У этого, у Блади, у Блади, у Блади, на крыше у него. Все, а, он сейчас спустится. У второго. А, на этой крыше? Нет, почему, зона пойдет, он выиграет? Нет, зона пойдет, он выиграет. Нет, зона будет на улице. Ну, точнее, на... Думаешь? А, ну... вон, посмотрю на карту. Ну, тут. А, я считать могу. Вон там, на крыше сидит. Только вон, второй это может подняться. Да, второй может подняться, а я не могу. Он спрыгнул. Ну, блин, он так умер, капец. Ты видел, он просто сам убился.